Всем привет! Сегодняшний выпуск, первый день весны, я начинаю по колено в снегу. Все потому, что сегодня день внедорожника. Ладно, шутка, ни в коем случае, еще пока до них мы не дошли. Сегодня мы покажем маленькую, но очень способную машинку. Это Honda Fit второго поколения в комплектации RS. И что самое главное, она на полном приводе. Вообще хорошо, теперь выезжай. Как и первое поколение, второе поколение богато на комплектации. Разные коробки, разные моторы. В первую очередь, естественно, вариаторы. Здесь они стали поинтереснее и здесь они стали понадежнее. Как и в случае с первым поколением, Compact Van Fit уверенно держит планку одного из самых продаваемых компактных авто. Второе поколение появилось в 2007 году, не так давно, согласитесь, но уже существует третье поколение. Пусть его пока обкатывают, собираются сведения, и мы потом до третьего и дойдем со временем. В отличие от первого поколения, второе поколение Fit выглядит намного серьезнее. Да даже можно просто оценить в целом вообще гармоничность общего облика. Экстерьер машины сейчас в стиле современности, именно современного времени нашего. Не такой избыточный космолет, как машины Hyundai, например, но в целом для Honda очень даже неплохой. Кроме того, Fit стал по всем измерениям побольше, включая внутреннее пространство. Увеличена жесткость кузова, в том числе и за счет использования более качественного металла. Вариантов внешности можно найти несколько. В 2010 году был рестайлинг, коснувшийся бамперов, оптики, цветов оформления салона. RS-комплектация сразу ярко выделяется от более слабых. Комплектаций много, есть даже особо женская. She's. Плюс существует множество внешнего тюнинга, в том числе и официального, от Mugen. Редко, но можно встретить Fit гибрид с комбинированной силовой установкой AIMA, как в Honda Insight, и даже электрический Fit M. Различить можно по внутреннему оформлению, сразу видны специфические элементы на панели приборов. В Японии электрофиты активно сдают в аренду. Вуаля, чудеса монтажа, у нас уже открытый капот, и сейчас мы пойдем смотреть на то, что самое-самое важное, я считаю, в этом автомобиле. Вот он, этот впечатляющий малыш, запиханный туда глубоко внутрь, очень глубоко внутрь. Между прочим, кстати, приятно видеть такие коллектора на маленьких моторах, все серьезно, все очень хорошо. L15A, 1,5 литра, 120 лошадей. И как вы, друзья, можете увидеть в отдельном видео с разгоном фитов до 100, ссылка в описании, эти 120 лошадиных сил достаточно круто отрабатывают. Все-таки моторы с обновленной системой VTEC, срабатывающей уже на 2000 оборотов. Да и что говорить, сами моторы L15A серьезно переработали, включая коллектора и шатуно-поршневую группу. Вспомним, в первом поколении этот мотор выдавал 110 лошадей, а во втором уже все-таки 120 и 145 ньютон-метров крутящего момента. Впрочем, экономичным, а фиты обычно славились еще же и за экономичность, этот мотор уже не назвать. Из 7 литров редко кто выбивается, совсем плавные водители, ну и на механике. Взаимоисключающие параграфы, согласитесь. На фите с механикой тем более хочется двигаться динамично. Хотя мотор 1.3 может спокойно уложиться в 5 литров на 100 км, но RS это RS, городской шустрик, и за это его выбирают. Энтузиасты могут найти и прикупить даже турбокит на L15 от Mugen, но на мой взгляд исток совсем неплох. Ну согласитесь, у мотора теперь красная зона почти 7000, это ведь о чем-то говорит. Коробки в этом поколении Fit заслуживают особого внимания. В первую очередь улучшенный вариатор, в который добавили гидротрансформатор, повысив долговечность узла и придав более плавное трогание. Механическая коробка шестиступенчатая, причем что любопытно оборудована специальным глушащим устройством от возможных звуков работы. Обычный, но пятиступенчатый АКПП, который в частности стоит на машине из нашего обзора, устанавливался на машины с полным приводом. И, наверное, оправдано такое решение, так как вариатор буксировать категорически не рекомендуется, а автомат достаточно вынослив. Хотя механика была бы тоже совсем неплоха. Плюс раздаточка, ну да, много хочу все же. Полный привод, конечно, подключаемый, подобен полному приводу на Honda HR-V, то есть система двойного насоса, надежная и выносливая, чисто гидравлическая, позволяющая даже низенькому фиту хорошо прорываться в сложноватых местах. Замечу, что полный привод встречается только у праворульных JDM экземпляров.
Подвеску большинство нехандоводов назовут жесткой, и это так и есть. Но обычно жесткость — это признак неплохой управляемости и выносливости, и это тоже так и есть. Сзади зависимая подвеска, точнее как бы не совсем, а так называемая дедион. Ну, суть — подвижные привода, поддерживаемые балкой. Переднеприводные комплектации — просто с неразрезной балкой. В кои-то веки про салон я буду рассказывать опять же с заднего сиденья, к тому же сложенного. Хочу обратить внимание, что несколько лет подряд этот автомобиль благодаря своему чудесному салону занимал первые места, был лучшим автомобилем года в Японии. Вот это вот все замечательное пространство достигается благодаря двум вещам. Тому, что вот это все дело очень обильно складывается, и тому, что бензобак находится под передними сиденьями. Кстати говоря, в полноприводной версии он вообще состоит из двух частей, обтекающих кардан. Бензобак, кстати, пластиковый, что несомненный плюс зимой, когда дороги обильно посыпают солями и ржаветь может все что угодно. Плюс благодаря такому положению бака в багажнике присутствует эдакое подполье, например, для контрабанды. Шутка, обычно там лежат всякие мелочи, например, инструменты. Запаски нет, увы, разве что владелец сам замутит. Ну ладно, конечно, перемещаемся мы и на переднее сиденье, потому что здесь есть что показать. Самое любопытное, что вроде бы ничего особенного, но ведь это максимальная комплектация по салону. У нас здесь даже кожаный руль. Без намеков. Для фитов вообще продается очень много маленького забавного тюнинга. Обратите внимание, здесь бывают резиночки, такие коврички, даже для крохотных кармашков, вот для ручника. Там, вот тут, ну короче, везде. Вот такие вот всякие шерстяные штучки, что в целом повышает уют, я так думаю, вообще очень неплохо. В принципе, я думаю, даже далеко можно спокойно ехать. Про пространство тоже, в принципе, комментировать излишне. Это, как известно, самая просторная вот такая вот малолитражная машина. Да, я даже думаю, Nissan Куб, который вот часто говорят, что он вроде бы тоже снаружи маленький, внутри большой. Нет, все-таки здесь мне, по крайней мере, по моим субъективным ощущениям, просторней. И теперь стал даже лучше обзор, чем в первом поколении. Но у салона есть и серьезные минусы. Это слабая шумоизоляция, многие владельцы на нее жалуются. И легко царапающийся пластик. Хотя оба минуса лично я считаю мелкими, даже совсем мелкими. Итак, чтобы это не было еще одно скучное видео про маленькие машинки, хотя про такие автомобили скучным оно явно быть не может, мы устроим небольшие состязания. У нас есть, кстати говоря, не только состязания, еще и внешне покажем разницу. У нас есть Fit RS на механике, Fit RS на вариаторе, ну и знакомый с автоматом. Нет, друзья, не с Калашникова, а с автоматической коробкой и с полным приводом. Главный герой нашего обзора. Синий Fit на механике, дорестайл, но с обилием интерьерных и экстерьерных тюнячек. Серый Fit рестайлинг на вариаторе, практически сток без украшений. Хочу показать, что моторы тут одинаковые, без излишнего тюнинга, ну, разминусовочку как бы не считаем чем-то особенным. Одно важное замечание, на механической и на автоматической коробке, ну, в смысле на машинах с этими коробками, стоят контроллеры дросселя. Вот и посмотрим, помогут ли они. Мы сделали несколько заездов, но я покажу, конечно, самый удачный и самый показательный. Приблизительно
приблизительные 402 метра, за которые машины успели разогнаться почти до 150, выдали ожидаемый результат – механика, вариатор, автомат. Да, вариатор не оправдал ожиданий, но и второе место после механики – это достойно. Конечно, на такие вещи влияет множество посторонних факторов, мы же не в идеальных условиях. Но результаты все-таки наглядны. И хорошо, если повлияют на кого-то при выборе комплектации, при покупке Fit RS. Итак, самое время сделать выводы. Второе поколение поддерживает традиции первого. Маневренный, вместительный, динамичный, с небольшим расходом. Fit – это очень практичный выбор, плюс освежившаяся внешность. Так что неудивительно, что по всему миру есть множество поклонников модели, и я на все 100 с ними согласен. Моя жена тоже подумает после выхода из декрета о Fit RS. Хотя я все-таки надеюсь подвигнуть ее на Целику. Подписывайтесь на канал, делайте репосты в социалке, в описании есть ссылка на мою страницу в Drive 2. Впереди еще много видео про интересные японские авто. Всем пока! Блять, ну благодаря вот таким вот вещам достигается с атмосферы большая мощность, ну. Шильдик гибрид, по-любому. Скажет, ага, ты набрал. Ты бы мне еще в лоб зафитилил, вообще было бы шикарно, блин.